Всем привет, меня зовут Вика. В этом видео сегодня я покажу, как я снимаю видео в мюзикле, а точнее уже в ТикТоке. Я чаще снимаю комедии, я не знаю, почему они мне так нравятся, но и на обычные песни, и на обычную музыку я тоже снимаю, так что переходи и смотри мои видео. Кто не подписан на меня в ТикТоке, ссылка моего профиля будет в описании. Также в описании всегда есть ссылки на мой Инстаграм, на мой блог в Инстаграме, который я совсем недавно веду. А перед просмотром этого видео нажми кнопочку подписаться и нажми на колокольчик, потому что многим не приходят уведомления о моих новых видео. Приятного просмотра! Я вчера даже руки не открывал. Вот. Ты учил что-нибудь? Я тоже ничего не учил. Я вчера даже руки не открывал. Вот она сейчас по-любому меня спросит. Она что, сейчас будет опрашивать? Блин. Только не меня, пожалуйста. Слава богу. No. Сейчас я уже переоделась в третий раз, и сейчас я буду снимать песню, это уже не будет комедия, а будет обычная песня. И почему-то, когда я записывала видео с экрана телефона, у меня вышло уведомление, то, что в ТикТоке видео будет сниматься без звука, я не знаю, как получится, так что... Долбимый лед, но не замерзай. Сколько ни завязывай, не завязывай. Это намерзает на твоих мозгах. Вечная мерзлота на жестких минусах. Долбимый лед, но не замерзай. Сколько ни завязывай. Это все мое видео. Если оно тебе понравилось, ставь палец вверх, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик внизу, Нажми на колокольчик внизу, чтобы к тебе приходили уведомления о моих новых видео. И всем пока-пока!